И всем привет! Вы попали на канал Кевера Эми. И сегодня это второй день на даче. Может, завтра тоже выйдет видео, я не знаю. Получается, сегодня будет тоже тренировка. Но чуть-чуть другая. Я уже надела перчатки и подготовила, получается, для прыжка канатик. Надела хвостик и все готово. Сегодня я попытаюсь заснять так с высока. А мы начинаем. Ну вот уже все готово. Для начала я сделаю разгрузку. Ну, вот такая вот разгрелочка. Я бы еще могла бы вот это сделать, но я не захотела. Перчатки есть, хвостик есть, маска есть, канатики есть, все готово. Ну что ж, сейчас мы будем это делать. Я бы хотела бы, конечно, посередине, но моя камера упадет, поэтому где-то так. Кстати, я посмотрела, как я прыгаю, и я очень круто прыгаю, то есть пару еще тренировок, и выйдет очень круто. Вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Я люблю, когда именно нитка. Ну, а вот именно, когда просто я так не люблю. Вот такая вот высота. Что я сделаю получше. Иногда приземляюсь вот так, иногда так. А лучше не приземляйся так, потому что можно, ну, как поломать. Ну, просто будет больно. Поэтому лучше вот так. Так, получается высота. Сейчас я на камере не видно. Вот это вот то, что висит, не обращайте на это внимание. Сейчас я постараюсь это убрать. Ну, вот как-то так. Так вот. Сейчас камеру подведем. Теперь высота уже реально большая. Вот смотрите. Ну вот, до сюда. Ну, большая, если я встану, ну, до колена, кстати, я могу даже так же перепрыгнуть. Так то выглядит, я могу еще выше, конечно, перепрыгнуть, да. Давайте так. Я понятия не имею, сколько это высоты, но я ее перепрыгнула. Так, я уже перепрыгнула там 3-4 раза, может, там 2. Я не считала. Ну, получается, высота, она, ну, чуть-чуть, ну, высокая, поэтому чуть-чуть сложно. Давайте еще раз засниму чуть-чуть повыше. Так это выглядит. А ноги делают вот так и так прыгают. Ну, давайте попробуем. У меня тоже так же получилось, а сейчас буду делать мой прыжок. Если честно, произведение было так себе. Ну, вот так-то выглядит. Сейчас еще хочу попробовать сделать прыжок. На, получается, на месте. Ну, там, допустим, вот так, знаете, все же очень встречается много. Ну, вот, в принципе...
Я уже тут. Кстати, сегодня таких громких звуков не будет. Уже будет потише. Ну, давайте я сейчас прыгну. О, ужас, как я приземлилась. Получается, вот тут земля. Я приземлилась вот на этот вот носок. Вот. Фу, это было тяжелое. И все время у меня такая привычка, когда я прыгаю, я говорю, ну, вот как-то так. Здесь мешает. Кстати, сейчас я вам покажу мои перчатки. Вот это серебряный туш Андрея еще. Вот, они вообще не грязные. Ну, чуть-чуть там. Еще так нормально. И сегодня я еще взяла такой камушек. Я его сама сделала. Из вот такой вот глины. Вот такой вот. Такой он мне на резинке лучше не берите, потому что он может вас ударить. Он меня уже ударит, поэтому отложим. Вот почему, когда я приземляюсь вот сюда, то есть сейчас. То есть вот так я прыгаю и приземляюсь прямо вот так. Вот так это выглядит. А, кстати, сегодня тоже выйдет туториал. Поэтому приглашаю вас на него. Он на моем канале. Вот поэтому так это выглядит. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Если они не будут включены, тогда пишите в другом видео. И напишите то, что я пишу под видео на даче. Там, допустим, типа... Ну, чтобы я знала, то, что это не к этому видео, а к другому. Это на всякий случай, если я не включу. Вот. Получается, уже скоро выйдет туториал, почему я так долго монтирую уже. Тоже вышло на моем канале. Ну, вообще, это не такая причина. Просто я люблю монтировать, когда я, например, сама там дома или ну, вообще. А вот, просто я так не люблю монтировать, когда там, например... Я там в комнате вот это так монтировать, я так не люблю. А вот, как это выглядит. Ну, получается, мы тут заболтались. Здесь такое слово есть. Ну, а мы сейчас будем делать большой прыжок. Давайте это сделаем. Не, ну честно же, средний прыжок получился. Я помню то, что чесал вчера, потому что я тоже снимала. У меня был очень крутой прыжок. Ну, сейчас попробую так сделать такой же. Честно, это какой-то мини-прыжок. Ладно, что я сейчас сделаю, я не знала. Ну, получается, вот такое вот коротенькое видео у меня получилось, потому что на тренировке я именно так тренируюсь, а многие вообще там еще дольше. И поэтому это так выглядит. Большое спасибо, то, что вы досмотрели до конца. Подпишитесь и поставьте лайки. А на этом все. Всем пока.